Какие ингредиенты понадобятся? В чем сила каждого продукта? Как делать и как принимать? Смотрите видео до конца, чтобы не оставалось вопросов. Перед началом трансляции, пожалуйста, нажмите на красную кнопку, чтобы в дальнейшем видеть все наши полезные для здоровья сюжеты. Многие полезные рецепты пришли к нам с Востока. Люди этой части света умеют ценить здоровье и всегда стремились к долголетию. Вот и имбирно-клюквенный мед является не просто сладостью, но и очень полезным целительным продуктом, позволяющим поддерживать стабильное состояние всех систем организма и отодвигать старость. Какие ингредиенты понадобятся? Чтобы приготовить дарующее здоровье и активность средство, надо взять корень имбиря, который следует почистить и измельчить. Среднего размера нового урожая лимоны 2 штуки, их обязательно как следует вымыть. Стакан недавно собранной клюквы, которую следует перебрать, освободить от примесей, ополоснуть в дуршлаге и подсушить. Цветочный или липовый жидкий мед – полный стакан. Сухофрукты по 100 грамм, инжир и курага. Вот уже глядя на список ингредиентов, понятно, что это не просто сладкий десерт, а витаминное изобилие. В чем сила каждого продукта? Давайте разбираться. Корень имбиря – средство, которое стимулирует иммунитет, обладает противовоспалительным и антибактериальным действием. Налаживает состояние нервных клеток, помогает сердечно-сосудистой системе и пищеварению. Просто стимулятор метаболизма, организатор постоянной защиты от различных антигенов. Лимоны содержат в большом количестве аскорбиновую кислоту, идущую не только на укрепление стенок сосудов, но и стимулирующую антиоксидантные свойства. Она нейтрализует вредные агенты, попадающие в организм, очищает сосуды, разжижает кровь, выводит слизи, мокроту из бронхов. Еще в лимонной цедре находятся эфирные масла, которые усиливают защитную функцию иммунитета. Клюква богата также витамином С, одним из самых сильных антиоксидантов. Еще в ней содержатся полезные растительные кислоты, множество минералов. Эта ягода просто природное антибактериальное и мочегонное средство. Прочищает почки, повышает тонус кожи. Она участвует в расщеплении жиров, помогает сохранить фигуру, избавляет от жировых отложений. Мед славится большим количеством полезных качеств. В нем находятся все необходимые человеку аминокислоты. Много различных биологически активных веществ. Он обладает противовоспалительными, жаропонижающими, иммуномодулирующими свойствами. Купирует хроническое воспаление, омолаживает и заряжает энергией. Также положительно воздействует на работу органов пищеварения, деятельность сердца. Инжир и курага – сухофрукты, которые имеют в своем составе множество минералов. С помощью них в теле человека поддерживается водно-солевой баланс, осуществляются биохимические реакции. Это калий и магний, селен и цинк, фосфор, кальций, натрий, сахара, не говоря уже о содержании витаминов. Конечно, собранные в одном блюде данные ингредиенты все вместе являются просто активными стимуляторами метаболизма, а значит чудесными борцами за активное долголетие. Как делать и как принимать? Чтобы сделать действительно полезный и активный состав, следует: все ингредиенты тщательно вымыть, имбирный корень почистить, лимоны разрезать на 4 части и вынуть косточки, освободить от примесей клюкву, выбрать качественный мед. Сухофрукты должны быть нового урожая и не содержать химических примесей, поддерживающих красивый внешний вид. Подготовленные фрукты и ягоды надо прокрутить через мясорубку. Измельченные фрукты и ягоды перемешать с медом. Весь состав надо хорошо неоднократно перемешивать, пока не получится однородная густая масса. Хранить данную смесь надо в холодильнике, принимать по чайной ложке в день. В зимний период, когда за окном холодно и темно, сделанное ранней осенью средство окажет согревающий и тонизирующий эффект. Оно поможет выдержать холода и непогоду, короткий световой день и длительное отсутствие солнца. Защитит от простуды и респираторных инфекций в период сезонного подъема заболеваемости этими недугами. Не поленитесь сделать полезное снадобье, которого вам хватит на всю зиму. С помощью имбирно-клюквенного меда стабилизируется артериальное давление, пройдут боли в сердце, нормализуются ритмы сердечных сокращений. Он поможет пищеварению и мочевыделению, не допустит инфекцию и онкологию.
очищает организм от избытка холестерина, свободных радикалов, шлаков и токсинов. Помогает в укреплении костей и зубов, ногтей и волос. Воздействуя на нервную систему, улучшит настроение, придаст жизненной энергии, прогонит депрессию. Всего одна чайная ложка в день принесет гораздо больше пользы, чем аптечное средство. Следует приготовить и применять сладкие поливитамины. Это очень вкусно, понравится всем сладкоежкам. А если вы не особый любитель сладкого, то просто принимайте как лекарство.